Акселератор инновационных проектов технопарка «Русский» открыли в стартовый день ВЭФ-2022 в Приморье. Мероприятие провела первый вице-губернатор края Вера Щербина. Она также встретилась с победителями конкурса грантов «Приморский старт» для предпринимателей, занимающихся инновационными разработками. Акселератор – образовательная программа для малого и среднего бизнеса, запускающего инновационные проекты, которые требуют дальнейших разработок и развития. Сразу после открытия акселератора Вера Щербина пообщалась с предпринимателями-победителями Приморского старта. Представители бизнеса рассказали о своих проектах и задали интересующие вопросы. Наш конкурс «Приморский старт» – это наша гордость. Действительно, мы когда его задумывали, мы не думали, что будет такой живой и такой большой интерес к этому конкурсу. Достаточно сказать, что более 100 заявок в год, уже в этом году 104 заявки к нам поступило. Но это не просто какие-то заявки, пожелания, это действительно проработанные проекты. И мы сейчас только с вами видели, что эти проекты уже шагнули в жизнь. И таких проектов много. Еще вот на площадке ВЭФ будут презентованы другие проекты, это и проекты в области IT-технологий, это в области проектов, которые робота тоже, которые будут работать на дне моря, это и биологические ресурсы исследовать, это и вопросы экологии моря и все ряд других вопросов. Поэтому мы будем продолжать эти проекты и всех поздравляю. Я думаю, наши совместные усилия по этой акселерационной программе, они приведут именно к результатам и приведут к таким результатам, что больше будет у нас интересантов, больше будет глубоких проработок. И в нынешних условиях акселерационного давления, конечно же, нам нужно внедрять новые технологии. И все для этого есть у нас в Приморском крае. Поэтому всем в добрый путь и ждем новых проектов.